17 февраля сотрудникам превентивной деятельности Лубенского отдела полиции на Горячем были задержаны двое ранее судимых граждан. Один житель города Лубнов, второй житель Карловского района. Житель Карловского района, ранее судимый и объявленный в розыск уголовно-исполнительной инспекции по подозрению в краже запчастей с вагонов, находящихся в так называемом отстойнике в районе железнодорожного вокзала. Данные действия граждан квалифицированы по статье 185 части 2 кража. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Скажи, что вы там добыли? Вон там было это самое. Расшпринтованное. Зняли его и все. Такой инструмент якийсь. Без инструмента. Что, вручную можно открутить? Воно не закріплене було. Ну і виручені гроші куди хотіли? Хліба купити. Сигарети.